Накануне дочь Филиппа Киркорова Алла Виктория отпраздновала день рождения. Знаменитый папа закатил вечеринку в одном из московских ресторанов на Рублевке. Праздник был оформлен в стиле саги о Гарри Поттере. Все приглашенные могли почувствовать себя настоящими волшебниками. Утром поп-король посвятил дочери трогательное послание в социальной сети. Ну вот, наконец-то, в череде этих сумасшедших предновогодних концертных дней и съемок, наступило время и для твоего праздника, дорогая моя доченька Алла Виктория. Сегодня твои 7 лет мы отгуляем по полной с твоими маленькими и моими взрослыми друзьями, родителями твоих друзей и твоим классом первоклашек, которых ты всех пригласила в свой любимый мир Гарри Поттера, а именно в этом стиле и пройдет твой сегодняшний праздник. А мы с твоим любимым братом Мартином уже в полной готовности ждем через несколько часов всех твоих и моих гостей и друзей, и будем лично всех встречать с волшебными палочками из знаменитой сказки из волшебного замка Хогвартса, который я привез из далекой Америки нам всем год назад. Написал Киркоров. Поклонники прислали ему много коллажей, на которых были написаны поздравления для Аллы Виктории. Некоторые из них он разместил в Инстаграме и поблагодарил фанатов. На вечеринку в честь Аллы Виктории пришли многие знаменитости со своими детьми. Жасмин появилась на мероприятии с дочкой Маргаритой и сыном Мироном. Как заметила Татьяна Навка, мальчик оказывал знаки внимания ее маленькой дочке Наде. За кадром осталось, как Мирончик просит Гарри Поттера научить его заклинанию, чтобы Наденька от него никуда не уходила, подписала ролик в Инстаграме Жасмин. На вечере в честь дочери Киркорова появились Лиза и Гарри Галкины, сыновья Галины Юдашкиной, Анатолий и Аркадий, дочки Стаса Михайлова, Иванна и Мария, дети Юлии Барановской. Главный редактор проекта StarKid Андрей Малахов также приехал поздравить крестницу с праздником. Сама именинница была одета в костюм ученицы Гриффиндора с полосатым красным галстуком. Ее папа не отставал от других и ходил весь вечер в очках в стиле известного волшебника. Рядом с ним была его верная подруга Катя Гусева, которая давно подружилась со всей семьей поп-короля. В конце праздника Алле Виктории вручили огромный торт в виде замка и с персонажами из Гарри Поттера. Все гости отведали по кусочку лакомства.